Выставка стоит над Днепром «Город старинный», включает в себя 5 разделов, в которых десногорцы найдут в статьях периодических изданий и произведениях художественной литературы всю историю знаменитого города-героя. Узнают о его достопримечательностях и православных традициях. В разделе «Ими гордится Россия» собрана информация о смолянах, имена которых известны не только в России, но и за ее пределами. Здесь вы найдете интересную информацию о писателе-фантасте Александре Беляеве, адмирале Эдуарде Балтине, писателе-фронтовике Борисе Васильеве, певцах Ольге Воронец и Эдуарде Хилле, авиаконструкторе Семёне Лавочкине, актрисе Дине Корсун, герой Советского Союза, летчике Борисе Туржанском, священнослужителе Никифоре Мурзакевиче и многих других. На выставке для десногорцев представлены и произведения поэтов и писателей, родившихся в городе Смоленске. Мы приглашаем вас посетить нашу выставку «Стоит над Днепром город старинный», который находится в читальном зале нашей библиотеки и будет действовать до конца января месяца. Всю представленную на выставке литературу читатели могут взять на дом и совершить увлекательное путешествие в историю города-героя Смоленска.